день, это Виталий, компания Boston Technic. И сегодня вашему вниманию я хочу предоставить вот такой вот замечательный Дон 1500 комбайн. Он абсолютно в рабочем состоянии. Последний раз использовался в прошлом году. Для уборки, использовался только для уборки зерновых культур. Да, вот подсолнечник немножечко, совсем немножечко было, убрали. Вот. Значит, что могу сказать? Прежде всего, данный дон продается без приспособления Змеевского. Его стандартная жатка, я фотографии приложил, фотографии посмотрите. Ну, не жатка, вернее, а его стандартная мотовила. Она есть, она существует. А это, ну, просто взяли на пользу. Что еще по данному комбайну могу рассказать? Значит, купила хозяйство его 3 года назад. За 3 года, кстати, по полям. Полей всего лишь на всего 35 гектар. Вот, и, соответственно, за 3 года наработка будет вообще незначительная. Движ стандартный, ЕМЗ-236. Это самый любимый двигатель, самый беспроблемный. Беспроблемный в плане запчастей, в обслуживании и так далее. Колеса еще могут поработать, это видно по фотографиям, фотографии приложил. Вот видеообзор показываю, что трещин таких вот прям сквозных нет. Накачанное состояние, ну есть, да, там, соответственно, боковые, но вообще не сквозные. Это, кстати, проблема резины, заводской резины, она всегда присутствует. Вот, все ремни и так далее, подшипники были заменены в прошлом году перед уборкой. Но в связи с тем, что комбайн работал, убирал всего лишь 35 гектар земли, ну, вы сами понимаете, что здесь, ну, не нужно ничего менять. По ремешкам видно, что есть незначительные трещинки, но самое главное, что он в рабочем состоянии. Бункер стандартный, бункер не прогнивший, обращаю внимание, не прогнивший. Кому необходима будет покупка, мы с удовольствием заведем, все покажем, продемонстрируем. Значит, присутствует измельчитель на данном комбайне. Измельчитель также фотографии приложил. Вот, демонстрирую. Кстати, рама. Рама нигде не введенная, не вареная. Клавиши все на месте. Ну, видно, по состоянию видно, что тут подсолнечник и пшеница. Все, тут не более того. Вот пока здесь сразу покажу вам измельчитель. Все в достойном состоянии. Фотографии салона вам продемонстрировал, поэтому здесь дополнительно подниматься и показывать не буду. По ценнику увидите, ценник обязательно посмотрите. Видно, кстати говоря, что бункер... сварные швы есть, то есть нижнюю часть меняли. Вот, поэтому здесь, ну, чтобы там, у бункеров это вообще проблема, да, они ржавеют. Вот, но по факту сквозных дыр сейчас не видно. Кому необходимо, конечно же, мы его заведем, продемонстрируем работу. Вот, это нужно согласовывать заранее. Я сегодня немножко некорректно поступил. Я приехал, а директора... На месте нет. Ключей нет, завести не могу. Вот, поэтому, кого заинтересует подобный комбайн, мы будем ждать звоночков. Он с документами, со всеми делами. Мотовила, вот она, фотографию приложил. Он с документами, со всеми делами, поэтому здесь можно будет смело брать и работать. Так что вот такой Дон 1500 Ашечка. С удовольствием продадим, кому необходимо. У нас все есть.